Дагестанцы в несколько раз чаще стали заказывать через интернет продукты питания и товары первой необходимости. Это отметили в супермаркете «Добро», который запустил свой онлайн-сервис, где каждый покупатель может, заходя в приложение или на сайт, составить необходимую для себя продуктовую корзину с доставкой на дом. Подробности в нашем следующем материале. В супермаркете «Добро» есть собственная служба доставки продуктов, что избавляет от необходимости выходить и тратить на это время. Достаточно просто скачать приложение и совершить виртуальную покупку. После того, как клиент самостоятельно сформировал заказ, он поступает к нам в электронном виде. Затем мы его распечатываем, как он выглядит в распечатанном виде. Это наименование продуктов, количество продуктов, цена итоговая. Далее начинается сам процесс сборки. Принцип работы очень прост. Выбираете нужные продукты, разбитые по категориям. Добавляете в корзину и оформляете заказ. На оформление одного заказа у менеджера уходит 15-20 минут. Главное, все делается со знанием дела и индивидуальным подходом. Если из заказанного чего-то не оказалось, сборщик звонит клиенту и предлагает замену в той же ценовой категории. По итогу собранный заказ отправляется с курьером по указанному адресу. И что очень удобно, мы весь процесс сборки, формирования заказа и доставки до клиента можем отслеживать легко через приложение. В супермаркете «Добро» тщательно следят за свежестью продуктов. Здесь всегда свежая молочка, фрукты, овощи, ягоды, хлебобулочные изделия. При этом на все продукты установлены максимально доступные цены, что позволяет не ездить на большие расстояния за необходимым, а приобрести их в самом центре города практически по оптовой цене. Помимо того, что мы и так предоставляем хорошую, низкую цену нашим клиентам, нашим посетителям, мы еще дополнительно делаем акции. В прошлом месяце акция называлась «Пандемия добра». Сейчас это идет неделя смешных цен. То есть на многие фрукты, овощи, ягоды и корзину продуктовую первой необходимости. То есть на эти позиции даем хорошую цену, акцию. Алина Багилова, Муса Салгириев, телеканал ННТ Махачкала.